Словосочетание «русская мафия» весь мир произносит с трепетом. Этому криминальному спруту приписывают тысячи громких и жестоких преступлений. В причастности к самой мощной и грозной подпольной структуре подозревают едва ли не каждого выходца из бывшего СССР. Мужчин, женщин и даже детей. Такой славе отечественный криминалитет обязан своим генералам. Вячеславу Иванькову, япончику, Атари Квантаришвили, Шабтаю Калмановичу и Виктору Буту. В 90-е они едва не поставили на колени весь мир, бросив крышевать ларьки и освоив трансатлантические поставки оружия, наркотиков, алмазов и нефти. Во главе с этими авторитетами русская мафия купалась в сделанных на крови миллиардах. Так было, пока лучшие спецслужбы мира и владельцы мирового капитала не вынесли им свой приговор. США, Нью-Йорк, 12 марта 2012 года. Федеральный суд. Оглашается приговор россиянину, которого американская пресса прозвала оружейным бароном, торговцем смертью, другом Бен Ладена и последним генералом русской мафии Виктору Буту. Торговля оружием. Данные оружия, RPG, ракетные комплексы, комплексы типа «Земля-воздух». Коллегия присяжных признает обвиняемого виновным по всем пунктам. И в пособничестве террористам, и в нелегальной торговле оружием. Судья Шира Шейли берет, как всем кажется, формальную паузу перед оглашением вердикта. Даже россиянин смирился с тем, что ему грозит пожизненное заключение. Но решение судьи всех буквально шокирует. 25 лет тюрьмы. Минимальный срок для Виктора Бута. Четверть которого он уже отсидел в изоляторах. А значит, у него еще есть шанс не закончить свои дни в тюремных застенках. И в деле русской мафии не поставлена точка. Почему Бута приговорили к минимально возможному наказанию? Сенсационные подробности процесса. Чего теперь стоит опасаться его противникам? За что на самом деле Буту упрятали за решетку? Как его арест связан с терактами 11 сентября, унесшими жизни 3000 человек? И что на самом деле разрушило часть здания Пентагона? Такое разрушение не мог нанести самолет. Это было что-то другое. Как русская мафия стала костью в горле закулисного мирового правительства? Сэр, мы пытаемся выяснить, кто это делает. А вот я уже все выяснил. Эксклюзивные кадры из личного архива Виктора Бута. За что он поднял свой последний тост на свободе? Вот эта традиция такого хорошего воинского братства. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире. Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека, куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? Бак бензина всегда должен быть полный. То есть ты время от времени ты заезжаешь, даже доливаешь его. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? История по спирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался. Вся правда о так называемой русской мафии. Сенсационные подробности самых громких преступлений, оказавших влияние на весь ход мировой истории. Рассекреченные документы спецслужб и эксклюзивные материалы по секретному делу Виктора Бута. Правда, которую скрывали десятки лет. 1990 год. СССР на грани развала. Большая часть населения на грани голодного обморока. И тут появляются они. Огромные, сочные и такие аппетитные куриные окорочка из США. Они гораздо дешевле отечественного бройлера, а где-то вообще их сравнить-то не с чем. Ими запасаются впрок, покупают коробками. Но окорочков хватит на всех. Ведь эти курицы выращивались для внутреннего рынка США, где мясо птицы потребляют гораздо больше, чем в СССР. Только вот американцы едят исключительно белое мясо. Ножки не в почете. В них концентрируются антибиотики и гормональные препараты. Но не пропадать же добру. Джордж Буш-старший договорился с Михаилом Горбачевым о поставках ножек в страну Советов. Их так и прозвали «Ножки Буша».
Продавая вторсырье, семья 41-го президента США ежегодно выкачивала из немощной экономики СССР, а затем России, по миллиарду долларов. Но продовольственная статья доходов далеко не единственная в бюджете семьи Буш. Оружие и нефть – вот что делает старость в радость. Буши владеют настоящей нефтяной империей. Их компании добывают черное золото в Катаре, Кувейте, Египте. Мало кто знает, но первая нефтедобывающая корпорация семьи Буш была создана на деньги, внимание, Адольфа Гитлера. Существует целый ряд фактов, которые никто даже не собирается опровергать. В конце 30-х годов прошлого столетия дед Джорджа Буша, младшего Прескотт Буш, управлял крупнейшим в Нью-Йорке банком Union Banking. Этот банк входил в финансовую империю немца Фрица Тиссена, который активно финансировал нацистов и продвигал Гитлера на политический олимп. Престон Буш активно поставлял Тиссену нефть, а также снабжал его беспроцентными кредитами. Их связь установили в ходе крупномасштабного расследования в 1943 году. Этот факт старательно умалчивается. Но тогда Прескотта Буша хотели посадить за решетку. Избежал наказания дед Джорджа Буша-младшего благодаря своему адвокату, будущему создателю и шефу ЦРУ Аллену Даллесу. Советскому зрителю Даллес стал известен благодаря культовому сериалу «17 мгновений весны». По сюжету фильма немецкие генералы входят в контакт с Даллесом и ведут с ним секретные переговоры с целью заключения сепаратного мира. При этом Даллес действует за спиной президента Рузвельта. У него свои интересы, а у советского разведчика Максима Исаева свои. Штирлиц раскрывает заговор и срывает переговоры. Свалимся в пропасть, а это обидно. Война кончается. Выступать против линии президента? А ведь в 45-м Даллес действительно участвовал в переговорах с фашистской Италией в составе американской делегации. И представителей СССР на эту встречу не пустили. Почему? Немецкие банкиры и промышленники едва ли не первыми начали использовать в своих интересах структуру и принципы масонских лож. В далеком 1773 году состоялось первое тайное собрание наивлиятельнейших еврейских семей Германии – Ротшильдов, Оппенгеймеров, Вартбургов и Шифов. В 1832 они создали самую могущественную тайную организацию под названием «Череп и кости». Именно их наследники, говорят эксперты, развязали обе мировые войны и кредитовали всех, кто в эти войны ввязывался. За финансовое участие в становлении Гитлера членом масонской ложи был признан Прескотт Буш, а Даллесу место в тайной ложе предстояло еще заслужить. А такой шанс у него скоро появится. Капитулировавшую Италию масоны делили между собой. СССР в качестве репарации они оставили лишь морально устаревший линкор «Юлий Цезарь». Его капитальный ремонт продолжался 7 лет. Были потрачены сотни миллионов долларов. А когда работы были завершены, группа специальных водолазов тайно пробралась в порт Новороссийска и подорвала линкор. Эксперты утверждают, что это была одна из первых секретных операций глобальной спецслужбы, которую масоны создали после Второй мировой. Ее идеологом и стал Аллен Даллес, за что и был посвящен в тайный орден. У этой спецслужбы несколько штаб-квартир, говорят эксперты. В Британии Ми-8, в Израиле Моссад, а в США ЦРУ. Именно под контролем Центрального разведывательного управления, по некоторым данным, осуществляется большая часть мировой торговли оружием. 40 миллиардов долларов. Такую прибыль ежегодно приносит США этот незаконный бизнес. Среди клиентов 174 страны. С приходом к власти Джорджа Буша-младшего в этом списке впервые появились 13 государств с диктаторскими и тоталитарными режимами. В том числе Ирак, Пакистан, Бирма, Конго и Северная Корея. В ЦРУ явно не ожидали, что кто-то встанет на их пути.
Все идет по плану. Ситуация под контролем. В Центральной Азии торговля оружием осуществляется через группировку ваххабитов. Поставка в страны Персидского залива занимаются наши люди в Кувейте. То есть весь мир под контролем? Так точно. А ты ни о чем не забыл упомянуть. А вот сюда посмотри. Это Центральная Африка. За последний месяц наша выручка там сократилась в 2 раза. А сюда посмотри. Колумбия, сэр. Да, и там такая же ситуация. Это все что такое? Да ты у меня в Гуантанамо сгинешь с таким контролем. Сэр, мы пытаемся выяснить, кто это делает. А вот я уже все выяснил. Это кто залез в карман? Разобраться и доложить в 3 дня. Есть, сэр. Пошел вон! Редкие кадры из личного архива Виктора Бута. Арабские Эмираты. Вечеринка по поводу начала нового успешного бизнеса. Пару часов назад он подписал документ о создании собственной авиакомпании с парком в 50 самолетов. Откуда такие деньги у человека с паспортом догнивающей империи? Физик по образованию Виктор Бут до развала СССР часто летал в заграничные командировки, в основном в Африку. Он прекрасно владел иностранными языками, умел ладить с норовистыми диктаторами. После краха страны Советов в Анголе ему за бесценок продали несколько старых лайнеров. На них Бут выполнял первые грузовые рейсы. После своего ареста в эксклюзивном интервью нашему телеканалу Виктор Бут признается, что перевозил цветы, продукты, но в основном оружие. Оружие является таким же грузом, как любой другой груз. Мы возили оружие, да, с французской военной базы «Уистрисик». Мы выполнили более 120 рейсов на больших самолетах Ан-124, которые взяли в аренду у ВВС. Эксперты уверяют, Бут перешел дорогу дядюшке Сэму в Африке и Латинской Америке, которые из-за перманентных революций и междоусобных войн превратились в Эльдорадо для торговцев оружием. Вот выдержка из секретного указа Джорджа Буша. Этот документ видели всего несколько сотрудников Пентагона. Из указа Джорджа Буша от 2006 года. Заморозить активы Виктора Бута необходимо в связи с тем, что его деятельность угрожает реализации внешней политики США в Демократической Республике Конго. Итак, мы продаем по весу. Оружие подержанное, но еще хорошее. Сколько всего возьмете? 5 тонн. Эту роль Николаса Кейджа критики назовут лучшей в его карьере. Так хорошо он вжился в шкуру оружейного барона из СССР, который бросил работу в кафе, чтобы на завтрак подавать повстанцам автоматы. Революционерам на обед вертолеты. Знаешь, что бывает за нарушение санкций такого вида? Продажа военного вертолета – серьезное нарушение. И во время ужина диктаторам танки. Я знаю, вы планируете наступление. Если подождете неделю, привезу вам бронетранспортеры. Они сильно снизят ваши людские потери и дадут стратегическое преимущество. Мало кто знает, что идею создания этой ленты предложил Департамент внешней политики США. А прототипом главного героя стал русский бизнесмен Виктор Бут. Специалисты Департамента внешней политики США редактировали сценарий и присутствовали на съемках, помогая Николасу Кейджу лучше изобразить известного русского мафиози. По их воле Кейдж постоянно пьет водку, ест борщ и сыпет пошлыми фразами на русском языке. Может быть, ты зайдешь ко мне в номер, и я покажу тебе свою, пушку. С подачи спецслужб, признался режиссер, монологи главного героя наполнились правдоподобными деталями. Наконец, я стал лучшим из всех торговцев смертью. У меня был уже не один самолет, а целый воздушный флот. Я возил оружие в Либерию, Сьерра-Леоне или Кот-д'Ивуар не реже раз в неделю. Для большинства поставок я подделывал документы. Но если сроки поджимали, обходился и вовсе без документов. Мировой бестселлер. Даже Усаме Бен Ладену не оказывали такой чести. Фильм должен был вызвать у рядовых американцев стойкую неприязнь к выходцам из бывшего СССР. Смотрите, что у меня есть. РПГ. Это все вам. Понимаете? Берите, берите. Бесплатно. Я отдаю оружие. Погоди, а что надо сделать, чтобы ислам принять? Ну, что там, горосполком эти заявления. Что делать? Да ничего не надо. Просто скажи и все. И что, меня освободят? Да. А вот еще один фильм. На этот раз отечественного производства. «Кандагар».
Рассказ о реальной истории 1995 года, когда талибы захватили самолет с российскими летчиками. Володя, третий будет в тебе. Подумай о семье, подумай о детях. Но в фильме ни слова не говорится о том, что тот самый самолет принадлежал компании Виктора Бута. Он лично примчался в Афганистан вызволять из плена экипаж. Правительству России и США тогда ничего не удалось сделать, а у него получилось. Виктор Бут прилетел со своими компаньонами буквально через несколько дней. И он посмотрел обстановку и заверил, что как бы скоро мы будем как бы на свободе. История в Кандагаре продемонстрировала всесильность Виктора Бута. Но если он был такой важной фигурой, почему его не устранили? Почему на протяжении 10 лет американские спецслужбы пытались взять россиянина живьем? И самое главное, как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? Эксклюзивные кадры из личного архива Виктора Бута. За что он поднял свой последний тост на свободе? Это традиция такого хорошего воинского братства. Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире. Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть с кому разобраться. Как и Шабтаев Толмановича. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Кто и за что на самом деле убил Шабтая Колмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека? Куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? И если вдруг машина, какая-то машина с тобой сравнялась, то есть это вот сразу такой первый признак, ты начинаешь уже либо озираться, либо прибавляешь скорость, либо уходишь от него. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? История по спирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался. Эксклюзивные кадры из личного архива Виктора Бута. За что он поднял свой последний тост на свободе? Вот это традиция такого хорошего воинского братства. Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире. Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть с кому разобраться. Как и Шабтаем Толмановичем. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Кто и за что на самом деле убил Шабтая Колмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека? Куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? И если вдруг машина, какая-то машина с тобой сравнялась, то есть это вот сразу такой первый признак, ты начинаешь уже либо озираться, либо прибавляешь скорость, либо уходишь от него. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? История по спирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался. Такие похороны в стране случались нечасто. Ваганьковское кладбище не смогло вместить всех скорбящих. Под российским триколором в роскошном дубовом гробу с подсветкой и кондиционером хоронят невысокого члена правительства и ненародного артиста. В последний путь провожают человека, чей образ многим внушал ужас. Гроб с телом усопшего в храм на территории кладбища привезли накануне вечером. И всю ночь священнослужители отмаливали его грехи. Его имя стало легендой. Биография легла в основу десятка книг. Вячеслав Иваньков. Он же япончик, он же слава японец, он же ассирийский зять, он же дед. Криминальный авторитет, глава воровского сообщества, крестный отец русской мафии. У него абсолютно уникальная, конечно, судьба, и
Я думаю, что он так высоко поставлен на этот маргинальный пьедестал, что в ближайшее время никто, наверное, никогда его не оттуда не собьет. Кажется, об Иванькове невозможно рассказать ничего нового. Однако в наше распоряжение попала сенсационная информация, которая проливает свет на неизвестные подробности судьбы самого авторитетного российского преступника. Жестокого и принципиального япончика использовали сначала спецслужбы СССР, а потом и США. К вершине преступного мира Иваньков шел 30 лет. Еще в школе сдал норматив на мастера спорта по боксу. А прозвище «Япончик» получил якобы не за характерный разрез глаз, а за искусное владение приемами джиу-джитсу. Также он окончил цирковое училище по специальности «Акробат». Примерно в это время он и начал воровать. Работал в одиночку, пока вступить в свою банду его не пригласил Геннадий Корьков, авторитетный вор, известный под кличкой «Монгол». Он же очень молодым пришел к монголу в банду и выполнял хоть там и второстепенные роли, но наверняка был человеком не самым последним. Жертвами банды монгола становились подпольные миллионеры, цеховики, фарцовщики, антиквары и коллекционеры. В милицию от них не поступило ни одного заявления. Во-первых, жалобы просто не принимались бы к сведению, поскольку в стране развитого социализма организованной преступности официально не существовало. Во-вторых, цеховикам пришлось бы объяснять происхождение своих утраченных миллионов. В-третьих, многие были сильно напуганы. У них, конечно, были очень жесткие принципы. Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой, чтобы он быстрее там сказал, где скрыты ценности. Вот, кого-то еще там что-то там подвешивали. Но то, что банда монгола, конечно, как и любая банда, не церемонилась с жертвами, это понятно. В 1972 году монгола и большую часть его подельников арестовывают. Все они получают огромные тюремные сроки. Япончику чудесным образом удается уйти, и уже скоро он собирает собственную банду. Ее члены работают по уже проверенной схеме. Под видом сотрудников милиции совершают обыски у тех, кто, как тогда говорили, живет на нетрудовые доходы и изымают имущество. Он подбирал, конечно, по своему усмотрению уже людей с соответствующей харизмой, с соответствующей установкой жизненной, энергетикой. Каждое успешное дело Иваньков с подельниками отмечают в ресторане. В 1974 году во время одной из таких вечеринок япончик затеял драку с другими посетителями. В ходе потасовки оппонент Иванькова был застрелен. Вероятно, если бы не вот эта стрельба, так, там, может быть, все бы ничего бы, ничем бы не закончилось, но у кого-то из этих оппонентов появился ствол. Ствол этот кто-то из подельников на тот момент япончика отнял и застрелил человека. Ну, не насмерть, но тяжело ранил. Япончика задержали по подозрению в убийстве, однако дело против него быстро развалилось. У всех свидетелей разом произошел провал в памяти, и вместо 10 лет Иванькова приговорили лишь к 8 месяцам лишения свободы за ношение поддельного водительского удостоверения. Во время следствия Вячеслава Иванькова содержали в столичном изоляторе номер 2, известном как «Бутырка». Там и произошло событие, в корне изменившее судьбу япончика. Иванькову удалось избежать обвинения в убийстве. И вместо 10 лет колонии его приговорили к 8 месяцам лишения свободы за ношение поддельного водительского удостоверения. Во время следствия Вячеслава Иванькова содержали в московском СИЗО номер 2 «Бутырка». Там и произошло событие, в корне изменившее судьбу япончика. Его короновали, то есть официально признали вором в законе. Вот эта камера, вот эта кровать. Здесь Иванькову выбили татуировки в виде восьмиконечных звезд на плечах и коленях. В 34 года он стал самым молодым представителем белой кости преступного мира. Вор в законе – это отдельная каста, понимаете, очень серьезная каста. Это генералы преступного мира, который, приняв корону вора, он уже отвлекается там по статусу, по понятиям, от каких-то там благ.
которые могут иметь другие. По негласным законам криминального мира, вор в законе не имеет права на семью и на собственность. Не должен работать. Выйдя на свободу, Иваньков развелся с женой. Вознесение на вершину преступной иерархии сделало Иванькова неприкасаемым. Ему нельзя было нанести оскорбление и тем более убить. С 1974 года япончик контролировал так называемый общак, воровскую кассу, куда отчисляли часть прибыли все подконтрольные ему группировки. Это секретный доклад из архива МВД. Агент МВД, которому было поручено следить за Иваньковым, отчитывается перед руководством. Япончик всегда был болен воровской идеей. Он нигде не работал и даже имея на кармане 100-200 тысяч наличными, всегда шел на любое дело. Даже в том случае, если был большой риск, а навар оказывался минимальным. Делает это он ради своего воровского авторитета. Выходит, агенты КГБ знали о каждом шаге Иванькова и всех его преступлениях. Но почему же они не вмешивались? Это прозвучит невероятно, но эксперты утверждают, япончику подыгрывали, чтобы он затем сыграл как Джокер в войне против американских спецслужб. Потенциальную силу отечественного криминала тогда лучше других представлял Юрий Андропов. До того, как в 1982-м занять пост генерального секретаря ЦК КПСС, он 15 лет руководил Комитетом государственной безопасности СССР. В то же время стало окончательно ясно, что холодная война с США проиграна. Денег на поддержание ядерного паритета нет. Начинает работать так называемый план того самого Алена Даллеса по деградации населения Советского Союза. В начале 80-х заветной мечтой любой советской семьи была стиральная машина «Вятка-автомат» и ВХС-видеомагнитофон. По стране молниеносно распространились американские мультфильмы, наполненные насилием. Порнография и дешевые боевики, в которых было и то, и другое. Все, как Даллес описал. По СССР прокатилась волна смертей от цирроза печени, а за ней и волна бытового насилия. Уровень преступности резко подскочил. В и без того переполненных тюрьмах стало совсем уж тесно. Заключенные стали бунтовать. Нам удалось получить сенсационную информацию. Возможно, что именно тогда в высоких правоохранительных структурах впервые решили противопоставить незримой, но разрушительной атаке Запада отечественный криминал. Сначала использовали преступный талант Иванькова. Такое ощущение, что из него специально сделали короля преступного мира. В 81-м арестовали и на 14 лет отправили в колонию строгого режима. Дело в том, что уровень преступности резко вырос. В и без того переполненных тюрьмах стало совсем тесно. Начались бунты. А появление столь авторитетного человека за решеткой, как Иваньков, должно было успокоить заключенных. Нет, мужчин. Вот 3000 мужчин. То есть достаточно было одному вору в законе попасть на зону, она объявлялась воровской, и все. Но в случае япончика простого явления тюремному народу было недостаточно. Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? Эксклюзивные кадры из личного архива Виктора Бута. За что он поднял свой последний тост на свободе? Это традиция такого хорошего воинского братства. Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире. Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть кому разобраться. Как и Шабтаем Калмановичем. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Кто и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека, куда ему надо попасть, чтобы там убить. И кому удалось убежать от русской мафии? Бак бензина всегда должен быть полный. То есть ты время от времени ты заезжаешь, даже доливаешь его. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? История по спирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался.
Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? Эксклюзивные кадры из личного архива Виктора Бута. За что он поднял свой последний тост на свободе? Это традиция такого хорошего воинского братства. Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире. Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть кому разобраться. Как и Шабтай Калманович. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Кто и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека, куда ему надо попасть, чтобы там убить. И кому удалось убежать от русской мафии? Бак бензина всегда должен быть полный. То есть ты время от времени ты заезжаешь, даже доливаешь его. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? Вскоре по спирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался. Все тюрьмы и колонии тогда в СССР и сейчас в России негласно делятся на красные, контроль в которых администрация поддерживает при помощи доносчиков из числа заключенных и жестоких карательных акций, и на черные. В черных зонах порядок обеспечивают воры в законе. Об этом знают единицы, но в 30-е годы прошлого столетия авторитетным заключенным даже выдавали оружие. Набиралось из уголовной среды. И, конечно, туда попали наиболее верткие, грамотные, хитрые люди. И стали использовать это для давления на другую массу осужденных. Более того, их вооружали пистолетами. Их было 1040 где-то, если мне не изменяет память. И когда уже начались побеги массовые, это все было отменено. Но они свою роль тоже сыграли определенно. О русской мафии Александр Гуров знает абсолютно все. О российских группировках написал сотни научных статей и книгу, за публикацию которой мафия приговорила его к смерти. Но генерал МВД и ФСБ признается, что изучил не только сильные, но и слабые стороны отечественного криминала. Поэтому все еще жив. Когда-то я сажал уголовников, теперь вот сажаю сад. Эксперимент пенитенциарной системы, уверяет Александр Гуров, был неудачным не только потому, что закончился массовыми побегами, а еще и потому, что положил начало новому порядку в преступном мире. Каста неприкасаемых превратилась в подпольных баронов, которые купались в роскоши. Они, чего раньше не было никогда, выстроили вокруг себя жесткую иерархическую систему взаимоотношений. И впервые мы покажем, как устроена русская мафия. Схематично это можно изобразить как пирамиду. В основании рядовые преступники, которые исполняют любой приказ, не заботясь о последствиях. Одним из таких был и Сергей. Он попросил не называть его фамилию и не показывать лицо. За то, что он расскажет, бывшие соратники могут приговорить его к смерти. К тому же на воле могут казнить его родственников. Вы сейчас здесь приехали, уехали, да? Мы больше с вами никогда не встретимся. А нам здесь еще находиться. Так что давайте не будем эти, как бы, ну, сами понимаете. В одну из банд Саранска его завербовали из уличной шпаны. Он верил, что скоро заживет, как в кино. Такая только у меня и у Майкла Джексона. Когда вышел фильм «Бригада», раньше такие времена были. Хотелось и машину, и все остальное. Поэтому 90-е годы, ну, так получилось. Сергей говорит, что был самым низшим звеном, орудием в руках вышестоящих бандитов. Был глава группировки, которую я называть не буду. У этого главы были свои подчиненные. 5-10 человек. У этих 50 человек еще были свои подчиненные, которые непосредственно занимались этими вопросами преступной деятельности. В каждой группировке, наверное, было, ну, по 1000 человек. Ну, а перед тем, как бросить новоявленных гангстеров на передовую криминальной войны, их готовили в специальных лагерях. В это верится с трудом, но в лесных чащах рядом с крупными городами опытные инструкторы из числа бывших спецназовцев ковали из обычных школьников профессиональных киллеров. Физическая подготовка, рукопашный бой, обращение с ножом, стрельба.
как сейчас пионерские лагеря. Их также вывозили в лагеря, ставили палатки. То есть они там жили, их учили, как правильно разбирать пистолет, как правильно его чистить, как правильно стрелять. Вешали мишени, то есть тренировались там из этого вида оружия, из другого. То есть как правильно там втыкать ножи, как правильно убивать человека, куда ему надо попасть, чтобы там убить, и куда надо попасть, чтобы просто напугать. В середине 90-х Игорь Панкратов стал самым молодым руководителем управления по борьбе с организованной преступностью. Это был эксперимент. Ему, действующему оперу из Нижнего Новгорода, поставили, казалось, невыполнимую задачу – обезвредить все банды, топившие в крови Саранск и его окрестности. Родина сказала, комсомол ответил – есть. Игорь Панкратов уверяет, почти каждый день в городе раздавались выстрелы и гремели взрывы. Каждый куст и каждое дерево, оно таило в себе определенную опасность. И погибала под пулями только молодежь. Для матерых бандитов подростки были расходным материалом. То есть стариков здесь практически нет. То есть это 16, 15, 20 лет. Ну, то есть возраст именно такой. Рядовыми бойцами руководят так называемые бригадиры. Пирамидальной иерархии они занимают средние ступени. От бригадиров зависит равновесие всей системы. Они координируют группы карманников, шулеров, грабителей или убийц и держат их в ежовых рукавицах, не позволяя задумываться о повышении или мирной жизни. Выйти из состава группировки добровольно, сказать «все, хватит, завязал» невозможно. С них брали расписки. То есть человек писал расписку в том, что он вступает в ряды группировки, то есть такой-то, такой-то, и обязуется выполнять определенные требования. Если я нарушу данное свое обещание, со мной можно сделать все, что угодно. Сергей пришел в полицию сам. Явка с повинной. Говорит, осознал, что стать героем фильма «Бригада» у него не получится. Война – главные маневры. Ну, и только по фильму так, а на самом деле в реальности все по-другому. В кино все по-другому. Ни машины, ни денег и так далее. Такого не было. Где-то лидер побогаче может платить зарплату. Где-то лидер группировки помельче уровнем, менее богатый, он скажет своим молодым, чтобы они сами зарабатывали себе на жизнь. А чем они будут себе зарабатывать, разбоем или вымогательством, его не интересует. Главное, чтобы они знали, что за ними стоит определенная стена в виде там какой-либо группировки или мафии. С виду обычная провинциальная свадьба. Крики Горько, веселые пляски. Только вот гости настроены уж очень агрессивно. Убери камеру, не надо снимать. Это эксклюзивное видео из закрытого архива МВД. Жених – главарь банды, в которой числился Сергей. Пир горой. Щедрость подарков не знает границ. Лидеры, да, они могли себе там по 50 тысяч евро там вставлять себе зубы, ездить за границу. Они могли себе по 2000 евро, опять же, покупать бутылку вина, отдыхать. А вот эти бойцы, ему там жена не знала, на что одеть ребенка. Но и такие главари лишь звенья в цепи. Если решения, которые они принимают, идут вразрез с криминальным кодексом, в дело вмешиваются воры в законе. Это как государство в государстве, да? То есть она все равно строится по образу и подобию тому же государственному. Есть лидер, есть там, чуть ниже уровнем бригадиры, есть молодые. Так же, как в армии, так же, как в любых других каких-то подразделениях государственных структур. Статус вора в законе. Ну, да, это привилегия определенного рода, естественно. Он над схваткой получается. Любой вор в законе, там где-то они вот между собой группировки там дерутся, а он над ними, он должен их там разрулить, что называется, ситуацию, их развести. Объяснить, кто прав, кто виноват, там, кто здесь вот в этой ситуации там был, заблуждался, а кто был, себя вел там по понятиям и так далее, и так далее. А представители высшей криминальной касты, чтобы пообщаться между собой, устраивали так называемые сходки. Своеобразные встречи на высшем уровне. На одной из сходок, которая проходила в городе Казань в 1947 году, собралось около 400 человек. Там нужно было принять новую программу, указы были. Чем выше ступень занимает в иерархии русской мафии виновный в преступлении, тем сложнее доказать его причастность. Генерал МВД Александр Гуров делится с нами сенсационными подробностями борьбы с криминалом.
В бессилии найти законную управу на воров в законе, работники сыска часто без суда и следствия приводили в исполнение смертный приговор. В условиях свободы сыщики знали. Дело прошлое, знали, что с ними делать. У каждого сыщика был незарегистрированный пистолет. В Москве было зарегистрировано, так сказать, отмечено несколько случаев, когда просто пули в лоб, пистолет в Москва-реку и нет вора в законе. Это тот, кто слишком сильно осложнял обстановку. И делал много неудобств. Я не одобряю это дело, ну что сделаешь. Такие случаи, жизнь есть жизнь. Но Вячеславу Иванькову, наоборот, позволяли слишком много. В колонии он должен был погасить волнение среди заключенных. Но это была так называемая «красная тюрьма». А значит, там не чтили воровской кодекс. И япончику пришлось заново завоевывать авторитет. Вот что сам Вячеслав Иваньков сказал по этому поводу во время своего единственного интервью. Уникальная запись будет сделана позже в американской тюрьме. Я никогда никого не боялся. Я всегда иду прямо в жизни. Нет на земле ни одного человека, которому я не мог бы смотреть прямо в глаза. Я всем смотрю прямо в глаза. Участвуя в бесконечных драках, Иваньков завоевал уважение остальных заключенных и свою миссию по наведению в колонии порядка выполнил. Теперь перед ним стоят другие цели и задачи. Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире. Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть кому разобраться, как и Шабтаем Калмановичем. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? За что он поднял свой последний тост на свободе? Это традиция такого хорошего воинского братства. Кто и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека, куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? И если вдруг машина, какая-то машина с тобой сравнялась, то есть это вот сразу такой первый признак, ты начинаешь уже либо озираться, либо прибавляешь скорость, либо уходишь от него. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? История по спирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался. Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире. Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть кому разобраться, как и Шабтаем Калмановичем. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? За что он поднял свой последний тост на свободе? Вот это традиция такого хорошего воинского братства. Кто и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека, куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? И если вдруг какая-то машина с тобой сравнялась, то есть это вот сразу такой первый признак, ты начинаешь уже либо озираться, либо прибавляешь скорость, либо уходишь от него. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? История по спирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался. 6 сентября 1991 года. В Чечне совершен вооруженный переворот. Власть присваивает Джохар Дудаев. В республике расцветает криминальная экономика. Дрозденский аэропорт становится крупнейшим центром контрабанды. Бесконтрольный транзит оружия, наркотиков. Вооруженные до зубов чеченские бандиты вступают в битву за передел собственности на территории России. Скупают за фальшивые рубли и доллары предприятия, похищают людей. Это то, что мы знаем. Но это не вся правда. Лишь верхушка айсберга. Эксперты уверены, революцию в Чечне спонсировали западные спецслужбы.
Те, кто ими руководил, нащупали самое хрупкое место в территориальной целостности России. Они знали, что Россия слаба, но не ожидали, что им придется сражаться еще и с самой сильной криминальной структурой в мире – русской мафией. Сколько заплатили Дудаеву? Это ничто по сравнению с тем, что он для нас делает. С помощью его боевиков мы приберем к рукам российскую нефть. И весь мир при этом пускай думает, что именно чеченцы в этой истории пострадавшие, а Россия их не тает. Нам может помешать только русская мафия. Вот личные дела ее главарей. Это кто? Этот фактически крестный отец, но он за решеткой. А это кто такой? Аталик Вантришвили. Наши спецы работают над их устранением. Это чудом сохранившиеся при пожаре в архиве кадры программы «Зодиак». Все гости шоу родились под созвездием Водолей. В зале Дмитрий Маликов, Сергей Крылов, Дмитрий Харатьян, Олег Янковский, Иосиф Кобзон. Но ведущему известно, на чьем фоне эти звезды меркнут. Аталик Вантришвили! В честь этого скромного лысеющего кавказца известные музыканты и актеры взрываются аплодисментами, и он делает алаверды. Это скромные люди. Их нескромность противоположна их славе. Это великие люди, с которыми я счастливо живу не первое десятилетие. Как скажет великий Ерыгин, вместе шата Руставели, кто друзей себе не ищет, самому себе он враг. На публике Аталик Вантришвили уверенно играет роль политика и мецената. Но в этой студии, похоже, все знают настоящую правду об Аталике. Всемогущем криминальном авторитете, который начинал карьеру рэкетиром, а теперь торгует нефтью. В молодости Атари планировал стать врачом. Но в медицинский поступил только с четвертого раза. Ему была уготована другая судьба. В 66-м Квантришвили посадили за изнасилование. Он выйдет из тюрьмы через 4 года с диагнозом вялотекущая шизофрения. С этого момента в нем будут уживаться два, кажется, совершенно разных человека. Рыцарь чести и беспринципный гангстер. Квантришвили – фигура достаточно интересная, но если говорить, его мерить нынешними мерками, то это далеко не демон и далеко не такой знаковый человек, каким он нам казался в то время. Это не умаляет его там человеческих достоинств, его умение там вести переговоры, чем он очень всегда славился и, собственно, из-за чего его все очень уважали. В начале 80-х Атари параллельно тренирует детей и подростков в вольной борьбе в обществе «Динамо» и крышует валютчиков у «Березок». Будучи вхожим в круг общения известного бандита «Монгола», он знакомится с Вячеславом Иваньковым. Вскоре они становятся лучшими друзьями. Квантришвили контролировал казино «Совой», «Александра», гостиницы «Ленинградская», «Интурист», «Университетская». Деловое кредо Атари – деньги не пахнут. Он властвует на рынке драгоценных металлов и проходит учредителем сети московских коммерческих туалетов. Его бизнес не был, что называется, кристально чистым. Это очевидно. Но кто в то время был чист кристально? Из рядов бандитов того времени Атари выделяет не только внешность, списанная с лучших итальянских образцов Казаностры с поправкой на Россию 90-х, но и близость к официальной власти. Атари первым понял, что промышляя жестоким рэкетом, незаконными сделками и убийствами, нужно дружить и даже помогать правоохранительным органам. Он создал фонд помощи стражам порядка «Щит и Лира». Известно, что брата Атари Квантришвили, картежника Амирама, защищал высокий чин одного из московских РОВД. А самого Атари часто видели на Лубянке. В отличие уличной преступности от организованной, понимаете? Допустим, уличный какой-нибудь разбойник, там, гопстопник, он подойдет, там, сумку отнимет, кошелек вырвет и убежит. Оргпреступность – это немножко другое. Строгая вертикаль власти выстроенная там и так далее, и так далее. Оно обязательно подразумевает еще и коррумпированные связи. Коррумпированные связи с чиновниками различного уровня, с сотрудниками правоохранительных органов.
Обязательно, без этого не получится. Атари был не нужен воровской статус. Его побочный эффект Квантришвили прочувствовал на примере своего друга-япончика, который невольно стал марионеткой в руках силовых ведомств. Атари хотел легализоваться как бизнесмен и общественный деятель. Он видел себя политиком. Надо посеять добро, чтобы пожать это добро, потом опять его посеять. И этим самым увеличить урожай добра. А урожай добра – это и есть тот противовес, который на сегодняшний день беспокоит нашу страну. Нашу страну беспокоит зло. И добро его должно перевесить. Тогда закрывались спортивные школы. Гордость России, боксеры, мастера восточных единоборств, борцы и биатлонисты находили применение своим талантам лишь в преступных группировках. Атари будто чувствовал, что скоро ему понадобится собственная армия. Он решил объединить не имевших образования и профессии спортсменов идеей здоровой нации. И они поверили Атари как родному отцу или как крестному отцу. Мы твердо уверены, что лучше здоровые, сильные дети, которые будут вырастать в мощных и красивых жителей нашей страны, чем больные, наркоманы и беспризорные дети. Это выбор такой, что он не оставляет сомнений. Движет нами только это. Здоровые дети должны быть и у нас, и наши дети, и дети тех, кто хочет, чтобы их дети были здоровы. Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире. Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть кому разобраться. Как и Шалтаем Калмановичем. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? За что он поднял свой последний тост на свободе? Вот это традиция такого хорошего воинского братства. Кто и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека, куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? И если вдруг машина какая-то...